Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный спринговый пистолет G38 производства компании Galaxy поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, сам страйкбольный пистолет, магазин и пакет тестовых шаров. Страйкбольный пистолет G38 от компании Galaxy выпускается в различном цветовом исполнении и является копией тюнингованной версии американского классического самозарядного пистолета Colt M1911A1.40 5 калибра. Весит данный пистолет 510 граммов, а общая длина составляет 230 миллиметров. Главными отличительными особенностями представленного страйкбольного пистолета является наличие на рамке снизу интерфейса стандарта Picatinny, позволяющего устанавливать на него лазерные целеуказатели и тактические фонари. Пистолет идеально подойдет для обучения детей основам и правилам стрельбы. Пистолет спринговый, поэтому для того, чтобы произвести выстрел, каждый раз придется взводить пружину вручную. Для этого необходимо отвести кожух затвор назад до отказа и вернуть в исходное положение, после чего пистолет может стрелять. Данный страйкбольный пистолет изготовлен из металлического сплава и ударопрочного пластика. Из металлического сплава выполнены кожух-затвор и рамка пистолета. Из пластика только магазин. Механический предохранитель на пистолете расположен на рамке слева. Выполнен в виде переключателя в форме рычага снятия с затворной задержки. Когда предохранитель находится в заднем положении, предохранитель включен. Если он сдвинут вперед, пистолет может стрелять. Узла регулировки хоп-апа на данной модели нет. Штатный прицельные приспособления представлены в виде открытых нерегулируемых мушки и целика. Установка магазина производится вертикально вверх в основании рукояти до щелчка. Для извлечения магазина достаточно нажать на клавишу экстракции, после чего вытянуть магазин за пятку вниз. В комплекте поставляется пластиковый магазин. Для того, чтобы заправить его шарами, потребуется воспользоваться лоудером. Также можно зарядить его вручную, удерживая подаватель и вставляя в губки магазина шарики по одному.